Может, кому-то пригодится эта запись, какие инструменты использую. Так как я езжу на машине, поэтому беру с собой, ну, чуть ли не по максимуму, лопата штыковая, не очень длинным черенком дерн скрывать, так где-то копаться. О, совковую лопату, вот с таким вот углом. Вот даже уже дыра появилась. Сколько переработано на ней было тоже с коротким черенком. Вот такая у меня лопата с собой, коротенькая. Выкидывать из копий, например, грунт. Когда не позволяет черенок, бывают такие места, грунт нужно выбросить, а места нет. Вот такую буквально, без всяких черенков. Ну, саперная у меня еще болтается. Но она не очень удобная. Если нужно короткой рукояткой, вот такой вот кирочек, молоток. Если бродить по пашням и что-то разбивать, вот такая вот, такое кайло, несколько побольше. Но это уже более тяжелое такое, это основательно где-то, если нужно что-то разбить серьезное. Вот такая приспособа есть, видите. От трактора. Хорошая сталь. Тоже исполнение. Ну, потоньше вот рассохлась, давно не брал ее. Исключительно. Вот эта штука в копе лежала. Недавно привез еще. Такая ржавая. Видите, какой клык. Где-то камень повернуть надо. Ну и такая бывает, простые молотки где-то сгодятся. Из ломиков я, как правило, беру вот такую штуку. Вот такой инструмент иногда в жиле сгодится. Ну и, конечно, кувалда, без нее никуда. Кувалда вот такая вот средняя, большая, осталась на копе. Есть еще поменьше. Ну, естественно, клинья. Ну, здесь один у меня рядышком клин. Довольно такой солидный. Есть набор различных клиньев. Вот такая вот царапка. Потому что без нее вообще никуда. Ни в отвале, ни в жиле. Ну вот это, пожалуй, часть из тех инструментов, которые беру с собой. Ну еще примерно столько же можно показать.